Вот сказочки конец, а кто слушал, молодец. Лисичка и скалочка. Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку. Приходит в деревню, стучится. Тук-тук-тук. Кто там? Это я, лисичка-сестричка. Пустите вы меня переночевать. Нам самим тут тесно. Но я не потесню вас. Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, а скалочку под печку. Они ее пустили. Сама легла на лавочку, хвостик под лавочку, а скалочку под печку. Просыпается рано-ранешенько, когда уже хозяева печку растопили и уже на работу ушли. Бросила в печку свою скалочку. Хозяева уже вернулись с работы. Потом и говорит: «А где же моя скалочка? Давайте мне за нее гусочку». «Ничего не поделаешь. Пришлось за скалочку отдавать гусочку». Она вышла из дома и пошла. Идет и напевает. Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку, а за скалочку дали гусочку. Приходит в деревню и стучится. Тук-тук-тук. «Кто там?» «Это я, лисичка-сестричка. Пустите меня переночевать. Нам и самим тут тесно. Но я не потесню вас. Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, а гусочку под печку». «Да откуда у тебя лиса гусочка?» «А вот за скалочку дали гусочку». Они ее пустили. Сама легла на лавочку, хвостик под лавочку, а гусочку под печку. Вытащили лисицу из норы, потом потрепетали ее, а лиса погналась на утюг. Еле-еле ноги унесла. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец!